Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Немного с их биографией. Николай Иванович Фешин. Русский и американский художник, живописец, график, скульптор, резчик, представитель импрессионизма и модерна. Окончил высшее художественное училище при Императорской академии художеств, мастерской Ильи Репина. В дальнейшем вернулся в Казань и преподавал в Казанской художественной школе, которая носит его имя. В 1116 году избран академиком Императорской академии художеств. В 1123 эмигрировал с семьей в США, где прожил до самой смерти в 1955 году. В 1176 дочь, американская балерина, арт-терапевт и искусствовед Ия Николаевна Фешина перезахоронила прах отца в Казани. Фешин был достаточно известен в России, СССР, в США считается национальным американским живописцем. Создал более 2000 произведений, которые находятся в коллекциях более 30 музеев в Америке, не считая частных собраний. Самое большое собрание работ Николая Фешина в России, 189, они находятся в Музее изобразительных искусств Татарстана, художественная галерея Хазине в Казанском Кремле. Его творчество представлено также в музеях Санкт-Петербурга, Чебоксар, Космодемьянска, Кирова и в частных собраниях. Ну а теперь некоторые выборки из Википедии. Родился в Казани 26 ноября 1881 в семье резчика иконостасов Ивана Александровича Фешина. В возрасте 4 лет заболел менингитом, провел в коме 2 недели. Согласно семейной легенде, медики посоветовали родителям молиться о чуде. Отец, хорошо известный среди духовенства, договорился, чтобы домой принесли из Благовещенского собора чудотворную Тихвинскую икону Богоматери. Николай после этого пошел на поправку, однако болезнь сделала мальчика замкнутым и одиноким. Проявляется с раннего возраста талант рисовальщика. Он оказался полностью сконцентрированным на искусстве. В 1895 году в Казани открылась художественная школа, первый набор, который попал и Фешин. На этом настоял отец, желавший, чтобы сын стал художником. В 1903-м поступил в мастерскую Репина. А в 1907-м Репин из-за конфликтов покинул Академию художеств, и Николай Иванович Фешин был в числе 50 студентов, подписавших письмо с просьбой не оставлять преподавание. Фешин высоко оценил Репина как педагога. Хотя Репин недолюбливал Фешина, и это не помешало ему много лет спустя назвать Фешина наиболее талантливым в числе современных живописцев. Все исследователи творчества художника писали о влиянии на него Репина. В частности, американская художница и биограф Мэри Белком отмечала, что именно через Репина Фешин познакомился с импрессионизмом. Фешин писал: «Лично я всегда старался выразить сюжет технически, строя свою работу на основе технического выполнения, как музыкант-виртуоз, а не как музыкант-композитор». Уход Репина из Академии оказался толчком для раскрытия фешинской индивидуальности. Фешин много читал, экспериментировал с грунтами и красками. В частности, он отказался от использования готового масляного грунта, заменив его казеиновым и желатиновым собственного изготовления. Наряду с кистями он использовал мастихийный. Все это привело к усвоению более широкой и свободной манеры письма. Фактура живописной поверхности отныне включалась Фешиным в арсенал художественных приемов. Окончил Академию с наградой, которая давала ему возможность совершить заграничную поездку. Побывал в Берлине, Мюнхене, Вероне, Венеции, Милане, Флоренции, Риме. Февральскую революцию он не приветствовал и вообще не испытал по поводу преобразования большого энтузиазма. Он писал: «Люди, вдохновленные идеалами, взялись перестраивать страну, торопясь разрушить старое, не имея ни физических сил, ни необходимых знаний для изменения старого ради незнаемого нового». Вынужден был писать портреты политических деятелей, которые не слишком удачны, поскольку его портретное искусство было зависимо от натурного импульса. Тем не менее, по фотографии были созданы портреты Ленина, Маркса, Троцкого, Луначарского. Обращался к скульптуре. Выехал в Америку через Ригу. После начала Второй мировой войны работал на военное ведомство Америки, написав портреты генералов
Кеннона и Кера, за которую получал почасовую оплату. Остаток жизни Фешинг провел в одиночестве, переписываясь с дочерью, которая изредка навещала его. В ноябре 2017 года картина «Портрет Надежды Сапожниковой» была продана на аукционе Сотби за почти 4 миллиона фунтов. И в России, и в США Фешинг воспринимается неоднозначно. Его могут называть гением и талантом, но могут и оценивать как салонного живописца, который не знал и не любил русского народа, акцентируя звероподобные лица мужиков, тупость женских физиономий и до безобразия расплывшиеся фигуры. В США можно встретить мнение, что в памяти Америки он остался лишь потому, что писал индейцев и тем самым попал в тему. Ну вот так вкратце и выборочно, конечно, из Википедии о Николае Ивановиче Фешине, русском американском художнике, живописце, графике, скульпторе, резчике, представителе импрессионизма и модерна. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.